Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас последний день скидок. Мне кажется, это там просто... Сегодня, вот видите, вместо 400 все по 200. Я думаю, кстати, буду набирать, мне так кажется. Я сейчас хочу купить. Ну вот возьмите за другое. Вот здесь, наверное, вот это я могу брать. Да, да, вот это вообще не стоят. Стоят, стоят, нет никакого. Только спрашивают. Да, только спрашивают, при чем он идет. Вот это на стол. Так, я тут все к жизни смотрю. Может, уже добавили? Вот, смотрите, какие бокалы. Шикарно, это все по 100 у нас. Наперсточки тоже все по 100. Вот такие рюмочки. Красивые. А вот, посмотрите, какие тоже. С белыми. Красота. Ох, какие бокалы. Шикарные. Ну, просто новогодние, да? Красивые. Какие рюмочки. И рюмочки по 100. Стаканчики. Да, красиво. Это все по 600 рублей. Вот такие вот длинные чайники. Вот такая красивая. Я не знаю, это конфетница, сухарница, но просто красота какая-то, да? Вазочка. Вот эта вот вазочка старинная. Ой, я ее обязательно возьму для подарка. КПМ. $300, но можно за 250. Сказка. И следующие мои покупки будут к Жели. То, что я купила для себя, и то, что я купила на конкурс. Ну вот для себя я купила такое замечательное блюдо. Оно большое. Подсвечник с рыбками. Но у меня уже там собираются рыбы. Если помните, рыба-кит у меня была, потом осетра я купила. Ну вот теперь подсвечник с рыбками. Ну, вообще такая компания интересная. Этот поднос очень старый. Вы видите, у него такой желтоватый цвет. Сейчас, секундочку. Так, вот здесь вот. Гжель. И здесь вот тоже что-то написано. Еще, честно говоря, не разбирала. И это подвесное, видите, блюдо. Но я буду использовать, ну, во всяком случае, хочу пока для кулича. Так, ну этот подсвечник, я не знаю, он уже, по-моему... Так, посмотрим печать. Печать. Ну, мне кажется, он уж не такой старый. Ну, во всяком случае, фарфор здесь такой вот светлый, красивый. Потому что это, я так поняла, очень старое блюдо. Ну, посмотрите, какая прелесть. Здесь вы уже видите подарки, которые я приготовила для конкурса. Ну, кроме этого блюда. Вот чайник. Этот чайник с курочкой, с петушком.
я вам уже показывала. Вот такой замечательный чайник. Вот сейчас я купила вот эту сахарницу. Посмотрите. Тоже очень красиво. Как цветок сделано. Ручки. Здесь, кстати, больше кобальта. Уже она такая более темненькая. Теперь кружечку вот такую. Тоже красивая, с розой. Все как положено. Очень моя любимая роза. Но она тоже с небольшим секретом. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая ручка. На ручке цветочек такой прелестный. Такая вот ручка тоже. А внутри, посмотрите, там пчелка. Тоже такая вот необычайно красивая, интересная вещь. Такая улыбающаяся, смеющаяся уточка. Вот у нее на груди очень много золота. И все перышки золотом. И вот здесь вот розы. Золото, в золоте тоже. И внутри вот такая сеточка, которую очень люблю. Золотом отделано все. И посмотрите, внутри тоже розочки с золотом. Ну вот вы знаете, что гжель бывает двух видов, золотом и без золота. Я свой сервис собираю без золота. Потому что знаю, что кому-то это очень нравится. И кто-то с удовольствием. Ну и у кого-то сервис есть тоже с золотом. Вот решил его купить. Я не знаю, что это, уточка, конфетница или что-то такое положить. Или какой-то салатик, или еще что-то. Вот. Ну, в общем, такая очень красивая емкость. Но мне ее очень понравилась, милая такая улыбка, веселая. Ну, просто веселая и смешная. Посмотрите, хохолок такой наверху. Ну, очень смешная. Ну, еще, я думаю, до конкурса далеко. Я, может быть, еще съезжу. А, кстати, мне хотелось бы, чтобы вы все-таки написали. Потому что вот я очень хочу, чтобы вы получили гжель. Но вы все-таки мне напишите. Может быть, кто-то и не хочет, потому что если он примет участие, то обязательно тогда он мне напишет, что гжель не хочет. И я какое-то что-то куплю с альтернативой. Вот что бы вы хотели. Кстати, вы будете смотреть этот блошиный рынок, обзор. Вот, который я буду делать. Обязательно посмотрите, что бы вы хотели, что бы вы хотели. Там были в этот раз и чайники-молочники, но вот я не знаю, может быть, и не очень интересны. Ну, а может быть, кому-то как раз это и интересно будет. Ну, в общем, посмотрите, посмотрите. Рисунок белый с голубым бывает и очень пользуется большой популярностью. Я уже делала обзор и в других странах. И вот на этом рынке я нашла тоже такое блюдо. Сейчас я вам покажу. Вот я купила такое блюдо. Халла, знаменитое немецкое. Вот, кстати, не посмотрела там ГДР или нет. Сейчас покажу вам. Ну, мне очень нравится это блюдо тем, что все-таки здесь больше белого. Когда какие-то бывают рисунки... Там и замки, и природа какие-то. Но там очень много кобальта. Он как-то вот рядом. Но мне тяжело. А вот это вот много белого. И он такой легкий. И именно букеты. И посмотрите, здесь две птицы. Вот одна подлетает. Ну, может быть, и колибри. И вот вторая. Но вот у колибри у них длинный более нос, да? Вот две птицы, букет такой замечательный. Вот здесь тоже по краям идет такая красота.
Ну вот если брать эту тарелку, то, может быть, можно сказать, что здесь, конечно, ну, может быть, даже более такой яркий, насыщенный, красивый рисунок. Но это, я так думаю, можно посмотреть. Я думаю, что это не ручная роспись, а это все-таки роспись, в отличие от гжели. Потому что гжель только хендмейд, только хендмейд, только вручную. Посмотрите, рядом с этими вещами вот такая тарелка. Но и еще я хочу сказать, повторюсь, чем мне нравится гжель? Тем, что это сказочные сервизы. Посмотрите, здесь все время идет игра. Ну, во-первых, вот такие вот замечательные розы распускаются. Во-вторых, очень много вот таких замечательных уточек. Видите, все время какие-то животные. Здесь вот петушок, я не знаю, с курочкой наверху. Ну, какие-то все формы, да, интересные, сказочные. И даже в этой кружке, видите, на дне мы уже видели, там мушка сидит. И вот этот вот, опять же, подсвечник, который купил для себя, тоже с рыбками. Вот мне очень нравится эта сказка, потому что, да, тарелку можно такую купить, все красиво. Кстати, тарелка со скидками там стоила 600 рублей. Это где-то 6,5 евро. Вот, в общем-то, недорого. Но мне очень нравится, во-первых, ручная роспись, а во-вторых, ну, как хотите, вот эта сказка на столе. В Европе, наверное, не так уж любят сказки, как мы, я не знаю. Ну, мы какие-то вот сказочные, мы очень любим сказки. Вот это такая яркая тарелка. И гжель, вот для сравнения, да? Ну. Да, это поярче. И все-таки гжель, ручная работа, но наше это все, наша сказка. Сколько у нас городков, вот, занимающихся такой народными промыслами. Как мы это все любим. И платки, и всякие городецкая роспись. Вообще очень много всего. И как это красиво. Еще хотела сказать, ретро-рынок на заводе «Кристалл» продолжает работать каждый день. И вот такие большие распродажи каждый раз бывают перед праздниками. Канун Рождества, мои дорогие, мне хочется пожелать вам мирного неба, чтобы в вашем доме царила любовь, взаимопонимание, чтобы надолго поселилось счастье. Всего вам самого хорошего, самого прекрасного, самого чудесного. А мы с вами скоро встретимся. Берегите себя и друг друга.